Язва желудка, катаракта, болезни сердца и легких – далеко не полный список заболеваний, которые с большой вероятностью могут возникнуть у курящего человека. Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают как день отказа от курения или день без табака. К слову, Минздрав не устает предупреждать, табак может привести к онкологии, причем не только легких, как думают многие курильщики, но и более 15 органов человека. Действительно, не только на органы дыхания, но и в том числе и на органы сердечно-сосудистой системы, может вызывать злокачественные опухоли женских половых органов, в том числе, в частности, рак шейки матки. Ну и, естественно, это является основным провоцирующим фактором для возникновения рака легких. Ну а тем, кто решил завязать с пагубной привычкой, в помощь школа по отказу от курения. Работает она при наркологическом диспансере. В прошлом году ее окончили 87 человек, которые получили рекомендации, специальные препараты и смогли расстаться с сигаретой. Школа продолжает работу на безвозмездной основе. Желающие вступить в команду некурящих могут обращаться по телефону 39 68 44.